Я не могу, когда я смотрю на море. Не могу не смотреть. Мы так в мол не успеем зайти, ребят. Какой мол? У меня все с собой. Кашу хочешь? А вдруг там адик дешевый? А у тебя это потом мол, а у тебя. Да ладно. Бабай хорошо. Бабай нельзя. Они, блядь, даже встали неровно. Кого-то нету? Сука, пятером, что ли, вышли? Бедины совсем, а? Андрюш, они пятером клонились. Ебать, люблю гастроли. Ебать, люблю гастроли. Вот смотри, если нет мудак, мы бы ж дом были. Работают, они, блядь, сейчас приедут, но сосут или налижут, как называется. Ты в Инстаграме видели? Них. Там до этого была Виктория Дрыгун. Нормально. Как будто они прям хорошо так смотрят. Блин, нормально. Но это, в принципе, не работает. Это ебать. Да, что-то блики сверху бывает. Ну, все у нас вообще нормально. Но мы еще не знаем, нам же не сказали, может там на самом деле были, а мы не знаем. 9. Вот, ребят, увидим. Да, в 12. Что, Виктор, я даю давай. 12. Паша Козлов, скажи, что ты еще ходишь. Чего? Хожу я еще, Павлик, хожу. Thank you.
Я хочу сама себе готовить. И ходить сама за продуктами. Да, и все, поехали. Потом ты смотришь место, куда... Пятый. Только скучно нам подниматься, это пятый. Это мы тут? Шестой. Шестнадцатый? Шестнадцатый. Четвертый. Третий, четырнадцатый. Пятнадцатый. 16-й рядом с веником. Еще вообще. Так? Нет. Да. Во! Все. Как будто не уезжали. Приехали. Холодильник есть? Все есть. Отлично. Ну, сейчас посмотрим. Так. Это наша еда. Какой тут чуть-чуть вот туда, и вот туда есть. Там вот как раз это место сидит. Панорама. Кто свернет? Они тоже продаются такой же. О, как хорошо посидеть. Какашками пахнет? Мне не пахнет, у меня мандарин. Боря, так не видно. Видно. Тебя видно. Боря, меня не видно. Ну, пойдем дальше. Я хочу каждого знать в лицо.
Да поняли, слышим, спасибо. Красота, тут холодненько. Конечно, холодненько, хорошо. Я же тебе говорю, ребят, запьем его. Какое искусство без пива? А сколько стоят билеты, кстати, надо узнать. Почем цена, чтобы не быть голословными? Физическое удовольствие от бесценной нашей с тобой работы, в первую очередь, а во-вторых, от того, что им показывают красивый балет. Ваня, зритель, он как ребенок, радуется любому представлению. Не надо пиздеть любому. Хотя, может быть, я просто с предвзятой точки зрения смотрел. Ходили мы с Ланунами как-то в Риге, смотрим, блядь, этот балет какой-то, что за хуйня, блин, сколько смотрим. Так я у Касаткина и Василева так же смотрел. А это было какое-то говно, блядь. 6,5 человек мальчиков и девочек столько же. И какая-то херня. О, так, да. Так я сотворение мира смотрел так же. Вот. Бухают без Лавровского. Нам надо перейти на ту сторону, это американское посольство, Андрюш. Давай. А то сразу начнут нас заподозрят. Ваня. Главное это правильно выдыхать. Не шуми.
все, твои позавчера фотографировали. Ага. Мы еще по-английски не поймем, что они хотят. Че хочешь, блядь? Че хочешь? Лимоны? Да, поделюсь. Вот сюда. Да, да. О, Нива. Ага. А что тут старых нет? На детали видел. С такими фарами. Ой, ну они Ване, им сколько лет-то уже? Им лет по 20. Опа, она, это что это у него? Течет, посмотри. Да нет, нет, что, ночь? Нифига, он течет, что у него там за кондиционер стоит? Трясу. Все равно тут были, блядь, крупные. Свои бежим. Не пусти. Свои. Блин, а вот нормально. Опа, она. Что, большой? Ща. Нихуя ты не прыгу. Да я боюсь руку сломать. Пойдем. Сука. Все, добыли. Местная? Сигареты, да.